Сам ГТУ – один из старейших вузов Поволжья. Он имеет богатейшую историю сложившейся традиции. Указ об учреждении в городе Самаре Политехнического института в июле 1914 года подписал последний российский самодержавец Николай II. С этого указа и начинается история одного из крупнейших вузов России, который в начале 90-х годов получил статус технического университета. 4 октября в университете состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию столетия со дня основания СамГТУ. Мы также пиар-проект разбили на несколько блоков. Первый блок – это издание книг, где планируется издание исторической книги, книги по современному состоянию СамГТУ и два уникальных проекта, которые не издавались ни в советское время, ни в 90-е годы. Это книги ректора СамГТУ и знаменитый СамГТУ, знаменитые выпускники СамГТУ. А что касается внутренних пиар-коммуникаций, запланированных проведения фотовыставки, истории СамГТУ в лицах и фактах, а также рекламные кампании, это стенды, это баннеры, это вывески на фасаде, на корпусах. Юбилей нашего вуза станет праздником всероссийского масштаба, поэтому в его подготовке будут участвовать городская и областная администрация, крупнейшие предприятия региона и, конечно же, известные выпускники. Соснина Яна, Рагрина Мария, специально для Политех ТВ.